Всем привет и море позитива, дорогие друзья и гости моего канала. Нептунчик здесь, и мы продолжаем играть в горячую линию 2. Теперь мы играем за этого толстячка. Напомню, что в прошлой серии наших друзей в масках поубивали. Но остался тот детектив, он живой, и что-то, видимо, расследует. И вот остался этот толстячок. Я пока не знаю, кто он такой, но, возможно, мы об этом узнаем совсем скоро. Давайте поиграем. Итак, что это у нас здесь? А, телефон. Это Мэри из детского центра на 159-й улице. У нас будет родительское собрание сегодня вечером в 7. 159-я улица? Ясно. Я буду там в 7. Скрытно. Щелк. Алло? Где ты? Подозрительно. 159-я улица, значит, да? Ну что, давайте на выход. А где у меня выход? А, вот он, машина здесь. Поехали. 159-й. Я здесь? Значит, собрание. Родительское. Хорошо. Алло, привет. Ну, привет. Мы только хотели закрываться. Могу я вам чем-нибудь помочь? Я член. О, правда? Рад это слышать. Спасибо за вашу поддержку. Слушай, у меня есть план. Я знаю, это звучит слегка безумно, но просто поразмысли над ним, окей? Думаю, это возможность сорвать большой куш. Отлично, рассказывай свой план. Но не тормози, мне уже нужно идти. Ладно, в общем, я получал странные телефонные звонки. Странные звонки? Я ничего об этом не знаю. Просто выслушай меня, ладно? Так вот, я пропустил. В общем, ему, видимо, кто-то позвонил, и это звучало так, словно человек ошибся номером, но это было не так. Если ты не сделаешь, как они говорят, скажу так, игнорировать их опасно. Это серьезные люди, если ты понимаешь, о чем я. Понимаю. И какое отношение это имеет к нашей организации? Я не знаю, я думал, что если мы начнем похожую операцию, только... Мы будем действовать против русских, освободим Америку от угнетения и все такое. У вас ведь столько людей и столько возможностей. У многих из нас есть военный опыт. Мы их сотрем в порошок. Мы можем основать общественное движение, освободиться. Я потерял нить твоей мысли. Мы мирная организация, чувак. Мы никогда не заставляем людей делать то, чего они не хотят. Я не понимаю, в чем ты нас обвиняешь. Чувак, ты не слушаешь. Я не обвиняю вас ни в чем. Окей. И я понял. Это вы и есть. Теперь все сходится. Ха-ха, я не могу поверить, что я не понял этого раньше. Боже мой, а я думал, что у меня отличный... черт. Слушайте, сэр, мы закрыты, ясно? Если вы не возражаете, я бы попросил вас уйти. Не можешь говорить здесь, да? Хорошо, попался! Не волнуйся, я не разболтаю твою тайну. Можешь положиться на меня, брат. Мы ведь оба патриоты, верно? Я пойду, мне нужно кое-что важное сделать. Если ты понимаешь, о чем я. Так, хорошо. Мне нужно важное что-то сделать. Но что? Видимо, кого-то поубивать, да? 15-й уровень, друзья. Так. Джейк. Или... Ирвин. Джейк Ирвин. За кого будем играть? Давайте за кобру. Джейк. Так, а что я могу делать? Я бью только правой рукой. Почему-то. Так, тихо, тихо. Воу! Тихо. Здорово, мужик. Опа! Значит, тебя я оглушить не могу. Да, точно. Я же не Тони. Это может делать только Тони. Иди сюда. Вау! Тихо, тихо, тихо. А чё это вы не умираете? Так, я могу брать оружие. Уже что-то. А, собачка, уйди! Вы потный нигер! А, твою мать! Хорошо, хорошо. Ну, подходи. Подходи, паразит. Ты тоже сюда давай.
Окей. 6 патронов. Всех разбил. Всех, блин, разбил. Палка мне не нужна. Дробовик тоже. Не надо. Нож. Нож, это круто. Можно завалить этого гада. Хорошо, а теперь у меня есть автомат. Вот это уже намного круче. Так, тихо, 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 тихо. Только тихо, друзья. Без паники. Все хорошо. Мы прорвемся. Надо лишь немножко подождать. Здорово! Вот! Что это было? Какого это было хрена? А что там у них, бомба что ли? А, точно, там бомба. Как так получилось, глупо? Да не умирай ты, рано умираешь. Я возьму пушку, всем пока. Всем пока, было весело. Нихера себе, там бомба. Получайте. Вау, потный нигер прибежал. Ну какого ж хрена тебе надо? Да. Банзай, детка. Так. Я возьму-ка лучше автоматик. Это нехило их потрепал. Еще есть желающие? Так, детка, получай. Ну все. Кто еще? Кому еще жить надоело? Этаж зачищен. Потопали наверх. Но перед этим я возьму, пожалуй, новый автомат. Так, что у нас на повестке дня? Довольно веселое занятие по расстрелу кое-кого. Занято, занято, потный нигер пошел прочь. Я его убил? Я его убил выкинутым автоматом. Так. Неплохо, неплохо, неплохо. Там вон еще бомба есть. Но пока туда топать рано. Так, хорошо. Вот это уже все очень-очень круто. Обменяем оружие. И готовимся взорвать бомбу. Да? А это что? Бомба? Тоже? Или что? Что я бросил? Не имею никакого представления. Но, тем не менее, плевать. Так, как бы так похитрить? Ладно. Да! Я взорвал и поработил всех. Так вам и надо, ублюдки. Дайте мне калаш. Калаш хочу. Только нормальный. Нормальный калаш, говорю. Вот другое дело. Нормальный калаш. Третий этаж. Так, сюда по одному. По одному, по одному, по одному. По одному. Еще есть? Браво. Что-то меня так тормозит, знаете. Это не круто. Тормоза еще никому не приносили пользы. Вот твою мать, не заметил этого ублюдка. Что они делают? Эй! А что так и должно быть? Почему они меня утащивают куда-то? Да ладно, этап завершен. Подожди. То есть я мог здесь не проиграть? И возможно все было бы по-другому. Но я проиграл. А какого хрена? Ну рейтинг-то неплохой. Так, новую маску мне все-таки дали. Даллас. Круто. Он не собирается говорить, да? Похоже, что да. Есть что сказать напоследок, гад. Да какого хрена? Почему всех убивают? Всех главных героев убивают. Сначала та банда с масками, самые прикольные ребята, всех убили. Теперь вот толстячок. Я думал, что он теперь будет главным героем, и его тоже убили. Остался, видимо, тот детектив, да? И какой-то подозрительный чувак, за которого я опять играю. А кто я? Итак, что ты что-нибудь нашел? В общем-то нет. По крайней мере, ничего серьезного. Я же говорил.
Значит, мы квиты. Больше никаких одолжений. Да-да, больше никаких одолжений. Сожалею, что не мог помочь тебе больше, дружище. Да, жаль. Это я где? Типа в архивах каких-то, да? 30 октября 95 года, по-моему. Или 85-го. Мы опять во Вьетнаме? Хотя это, наверное, не Вьетнам, да? Потому что здесь типа коммунисты. Итак, завтра наше последнее задание, да? Да, если им не удастся найти новый гнилой повод погубить нас. На этот раз я с тобой согласен, Барнс. Почему ты вечно ко мне цепляешься? Мы же в одной лодке, ты забыл? А насчет завтра я не понимаю, правда не понимаю. Как мы вчетвером должны захватить электростанцию, а? Туда нужно целый взвод отправить. Скорее всего, нам там все заминировано. Слишком рискованно для целого взвода. Видимо, мы более расходный материал. А это еще какого хрена? Ты кто? Видишь это? Ты видишь мое лицо? Это моя истинная природа. Ты видишь, да? Вот кто я такой. Вот кто мы все. Мы животные. Отрицать это бесполезно. Кучка чертовых животных. Они отправляют нас на убой. И вот мы сидим здесь, пока они не скажут нам, что делать. Никакой своей воли. Просто бездумное подчинение. Мы даже не знаем, почему мы сейчас воюем. Не так ли? Мы знаем лишь то, что глубоко внутри нам это нравится. Разрушение и насилие – это часть нашей природы. Сэр, вы в порядке? Я, возможно, слишком много выпил. Я слегка устал. Наверное, стоит поспать. Хорошая идея, сэр. Интересно, что это за адское пойло он пил? Вот это да. Его явно накрыло, причем нехило так. Здорово. Дай покурить. А куда мне топать? Лейтенант. Да, сэр. Мне сегодня не здоровится. Слишком много выпили вчера? Сожалею, это ни при чем. Я узнал, что вас завтра отправляют домой. Бог знает, врут или нет, но это не важно. Боюсь, это может быть ваше последнее задание, сынок. После него вас отправят домой. В цинковых гробах. Ты видел планы? Ты должен знать. Вы попадаете прямиком в ловушку, и я ничего не могу с этим поделать. Я уже сказал остальным, скажу и тебе. Было чертовски приятно командовать этим отрядом, лейтенант. Может, мы не выиграем эту войну, но я очень горжусь вами, парни. Спасибо, сэр. Удачи там, она вам понадобится. Так, выбор оружия. Вот, у меня еще не было снайперки. Как его взять? О, во, все хорошо. Ну, всем пока, спасибо за гостеприимство, я вас всех люблю, братья, и все-таки я пошел на войну. Ну, видимо, реально последняя миссия, где, возможно, нам не выжить. Спасибо, бро, я тебя не забуду. Так, заново. Как это работает? Надо найти обходной путь. Оу, что так медленно-то? Уу, неплохо. Круто. Так, прицела никакого нет, да? Но зато эта фишка дальнобойная. Главное правильно расставить приоритеты. Оу, тихо-тихо. Так, минус два. Что? Меня все-таки убили? Ну ладно. Ничего страшного. Это все нормально. Я живой, а мне плевать. Я буду ждать. Почему я не могу ходить? Что такое? А,
Я куда-то не туда убежал. Вот это уже круто. Почти весь взвод перебили. Кого бы еще застрелить? Ну, этих ребят я потом убью. Тебя, бро. Так, неплохо. Снайперка это тема. Так, ладно. Перегруппируемся. Эпик. Это просто эпик. Так, кто еще остался? Один чувак. Нет, два чувака здесь. Больше никого вроде бы нет, да? Никто не ходит. Ладно. Будем вас резать. Проклятые шавки. Ну давай, камон, 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 камон. Да! Что? А, вон еще, вон еще. Их там немало так. Что-то у вас, блин, вы что там? Плодитесь, что ли? Как на дрожжах. Так, могу ли я здесь? Вряд ли, да? Да. Уровень зачищен. Мне бы, знаете, еще патрончиков найти. А где патроны, бро? Кто-нибудь мне подскажет? Патронов здесь, походу, дела нет. Окей. Без патронов, конечно, играть не круто. Но, тем не менее, мы идем дальше. Ладно. Может, это патрон? Бро, дайте патроны! У меня всего один остался. И надо убить какого-нибудь крутого чувака, например, этого, да? А, патрон-то здесь. Эпик. Тихо, тихо. Нападать на меня пока не надо. Так. Да я, блин, прирожденный снайпер. Просто это моя стихия, друзья, посмотрите. Ни одной смерти. А, глупые, да? Ладно. Но главное здесь не допустить ошибку. Они ведь могут пойти откуда угодно. Два патрона. Здорово. Еще минус два. Вот это огневая мощь. Что там? Что-то мешает. А вот теперь уже ничего не мешает. Ладно, допустим. Есть еще один солдафон здесь. Есть один с мечом, да? А с катаной. Так. Так. Уровень зачищен. Перезаряжаемся. У меня ножик-то не просто так, думаешь? Бро, думаешь, у меня ножик висит, что ли, для красоты? А не тут-то было. Здорово. Ай, не могу назад выйти, блин, за ворота. Хотел их подманить. Вот типа так. Вот твою мать. Ладно, будем хитрить. Я даже знаю, что можно сделать. Да? Надо отсюда палить. Вот этого толстого нигера. Хорошо. Но что вы не бежите-то?
Воу, это было внезапно. Давай, давай, давай. Ну что ж такое, а? Все, ладно. Блин, ну забыл. Забыл. Твою мать. Зря потратил патрон. Это было глупо. Да что ж такое? Короче, играем на инстинктах. Вот такие вот инстинкты. Да, инстинкты. Инстинкты! Да что ж ты застрял-то в стенах? Инстинкты! В бой! Инстинкты, говорю. Так. Всех зарежу. Опять застрял. Да что ж ты будешь делать-то? Инстинкты, в бой! Да что ж ты, моя мать? Да бляха-муха. Да убери ты пушку эту перделку свою вонючую. На. Так, тихо, говорю. Инстинкты. А этого ублюдка нельзя убить так-то просто, да? Инстинкты здесь не работают. Ну ладно. Будем хитрить. Так, мне нужно где-то найти укрытие. Надо толстых завалить, в первую очередь. У-у-у, завалили, конечно. Это как-то, ну вообще, ну не круто прям. А, море крови. Море крови. И осталось немножко проклятых солдат здесь. Надо их как-то хитростью сделать. Но главное убить автоматчиков. У меня всего 2 патрона от снайперки. Поэтому нужно быть крайне бдительным здесь. Очень крайне бдительным. Я буду ждать их именно здесь, за углом, чтобы вырезать ублюдков по одному. Вот так. Ха-ха. Тихо, берем на мушку. Хотя зачем? Я же могу его зарезать. Так, уровень зачищен. А патроны где? Бро, патрон-то есть? Что-то я патронов вообще не наблюдаю. Нету. Хотя я же могу вернуться обратно, да? Нет, не могу. Хотя бы взять патронов немножко. Патронов, блин! Так, а где реально патроны? Боже! Как неудобно. Еще один уровень. Еще один ад. Здорово. Воу! Я не ждал этого поворота. Событий. Воу, круто. Да божечки ты мой! Конечно. Конечно, броу. Вот так. Ну что ж ты будешь делать-то? Я ж тебя зарежу, блин, всех зарежу. А там что это? Прострел какой-то работает. Почему? Тихо. Воу! Твою мать! Хорошо, побежим именно туда. Да твою мать! Спину убивать не круто. Повторяю, спину убивать вообще не эпично. Какая-то кровавая баня. Здорово. Так. Я немножко себе обезопасил путь, но там стекла, друзья. А мы знаем, что стекла это очень плохо. Опа. Кровавая баня, броу. Так, еще в коридоре немножечко осталось, да? Гуляющих. Любителей, блин, погулять. Так, ладно. У меня всего 2... Ну вы поняли. Чего? Давай. Надо этого автоматчика выманить сюда. Но не хочет топать сюда.
Ладно. Ох, как рискованно, как рискованно. Вау, 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 детка. Это было круто, да. Да, тихо. Теперь там остался жирный ублюдок. Да. Надо оглушить дверью этого чувака. Зарубить того. У него была пушка. Боже, я думал, что он с ножом. Твою мать. Ну что, толстенький ты мой чувачок. У меня для тебя припасена пушечка. Да, уровень зачищен. Так, и куда мне топать? Типа на лифт. Да? Нет? Я же сюда пришел, да? А вот патроны. А ты все переживал, где ж патроны? Надо было заранее об этом знать. А, вон, гоу, вижу. Пониже. Так, ладно. И знаете, у меня почему-то запрограммировано в голове, что у меня всего 4 патрона. Я их жутко экономлю. Покинуть уровень, да? А почему все убиты? Кажется, их босс совсем сбрендил. Да, действительно. Теперь нет смысла туда идти, верно? Парни, я думаю, нам лучше убираться отсюда. Что это? Самоуничтожение, что ли? Так, братишки, утопываем нафиг, как так? Ну, мои бро! Это же мои ребята, мои бро, какого хрена? Я возьму выжившего, я должен спастись. Что, 50 секунд? Да вы издеваетесь. Идем по стрелочке. Так, поход дела не туда топаю. Да, нужно идти вот здесь, в обход. Давай, 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 давай. Давай, бро, мы выживем. Это какая-то подстава. Жуткая подстава, но мы сможем спастись, бро. Давай, вот свет. Свет в конце тоннеля. Фух. Меня зовут Бен Смит. Моя машина сломалась. Мне нужно я... Можете повторить? Прием. Меня зовут... Ай, в жопу. Слушайте, требуется эвакуация. Координаты 1942, северной долготы, 155-28, западной широты. И быстрее, истекает кровью он. Видимо, наш бро. Держись, приятель. Они будут здесь совсем скоро. Да ладно, он умер, что ли? Какого ж хрена? Мы столько вместе прошли. Войну. Убили столько янков. Янки. И вот такой вот трагичный финал. Не нужно меня благодарить, парнишка. Это за счет заведения. Ты бы сделал то же самое для меня, не так ли? Кажется, я слышу вертолет. Может быть, возьмешь это, чтобы не забыть, кто спас твою жопу? А, то есть он все-таки живой. Ну, хотя бы на этом спасибо. Уровень пройден. Так, и что мы открыли? Огнемет. Мы открыли, друзья, огнемет. Это круто. Так, 30 апреля. Жаль слышать об этом, такое всегда тяжело перенести. Ну да. Знаешь, как говорят, время великий лекарь. Точно. Итак, помню, что фото с Гавайев, о котором мы говорили. Ты смог послать мне копию? Ладно, когда будет возможность, чувак? Смотри, кажется, на улице перед моим магазином что-то происходит. Гляну-ка я там, все ли хорошо? Ладно, поговорим позже, пока. Что-то у меня за окном. И вон какой-то хрен приперся. Причем там реально какая-то движуха. Ну, обо всем этом, друзья, в следующей серии прохождения «Горячей линии 2». Спасибо за внимание и надеюсь, вам понравилось. Поставьте пальчик вверх, поддержите мое видео и вступайте в группу ВКонтакте. Всем здоровья и позитива. Всем пока-пока.